мы объявили аукцион на проведение капитального ремонта 11 дорог. Озвучу эту информацию. Какие дороги входят в программу? Проспект Строителей полностью, Октябрьский проспект участками, которые не ремонтировались в последние годы, проспект Луначарского от Карла Липнихта до улицы Комсомольской, и кроме того мы планируем построить участок от Комсомольской до Курсантского бульвара, то есть Луначарского будет полностью сделано. Улица Кирилловская, Серов переулок, улица Остинская до улицы Проезжей, Труда, Гоголя, улица Командарма Белова от храма до Олимпийской, Кирилловское шоссе от ГИБДД до транспортной развязки, улица Гагарина, это от Металлургов до улицы Мира, и Карла Маркса от Луначарского до улицы Дзержинского. Кроме того, планируется ремонт большими картами северной дороги, это и Северное шоссе, и Северная бетонка, которая идет в промзоне, и отдельных участков сталеваров. Ремонт Северного моста. Эту тему мы уже проговаривали неоднократно, подготовлена проектная документация, проведена экспертиза. Ремонт планируется провести в течение 18 месяцев, поскольку есть нормативные требования по температурным режимам. Планируется провести ремонт в два этапа. Первый этап правой полосы моста, проезд северного микрорайона в Заягорбский микрорайон. Это снятие покрытия полностью полотна мостового, ремонт береговых балок, устройство сопряжения, подходов к насыпи, усиление балок пролетного строения, замена подферменников, площадок опорных, устройство систем очистки стоков, устройство мостового полотна, установка перильного и барьерного ограждения, устройство подходов к мосту. То есть объем работ достаточно большой, запланирован на 2017 год, а в 2018 году уже планируется выполнить ремонт левой половины моста. И, как я уже говорил, по завершению ремонта Северного моста мы сможем приступить к масштабному капитальному ремонту Октябрьского моста. По срокам это уже 2019 год.